В Клинцовском Петропавловском кафедральном соборе отметили День памяти 40 севастийских мучеников. В этот день епископ Клинцовский Трубчевский Владимир совершил в храме литургию прежде священных даров. Вспоминая подвиг святых мучеников, церковь тем самым указывает, как мы должны относиться к жизни во Христе. Никакие соблазны не должны свергнуть нас с пути к Богу. Подвиг 40 мучеников севастийских остался в памяти церкви и сохранится до скончания века. Он вдохновляет всякого христианина хранить веру и почитать ее как самую главную в нашей жизни ценность. Более богатства, чем нашей православной веры, ничто не имеется на земле. Ни наши денежные сбережения, ни наша собственность, ни квартира, ни машина. Все это приходящее, все это мы не сможем с собой взять в Царство Небесное. А вот наша вера, наша любовь к Богу, вот это является тем бесценным богатством, которое никто у нас не может украсть и которое мы можем предъявить нашему Создателю.